Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православные христиане празднуют День Иона. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память мученика Галактиона и Епистимии, святителя Ионы, архиепископа Новгородского, святителя Тихона, патриарха Московского и всей России, отцов Поместного собора Церкви Русской 1917-1918 годов, апостолов от 70 Петрова, Ерма, Лина, Гая и Филолога, святителя Григория Александрийского, архиепископа, священномученика Гавриила Масленникова, пресвитера и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшей мир иной.